После посещения стоматолога Сергей Тарацан несколько лет мучился от зубной боли. Мужчине установили зубной мост. После болезненных ощущений он решил обратиться к другому стоматологу. Посадили, что-то не могу жевать на этой стороне, думаю. Ну, привыкнет, думаю. Супруга настояла, говорит, пойдем, что ты мучаешься уже столько времени. Пришли к другому врачу. Он сказал, просто до конца не посажены были. Вот он посадил, и мне сразу в этот же день я стал на этой стороне кушать, и слава богу, все хорошо. За прошлый год и эти 9 месяцев в Минздраве провели 162 проверки по жалобам пациентов. Чаще всего казахстанцы недовольны качеством услуг по протезированию, имплантации, лечению и удалению зубов. Эти процедуры нередко сопровождаются инфекциями и осложнениями, повреждением здоровых тканей, а также эстетическими недостатками. По словам экспертов, одна из причин – это недостаточная квалификация врачей и диагностика без учета аллергических реакций, а еще плохая стерилизация инструментов. Основная причина – это малый опыт работы, который имеет врач-стоматолог в своей практике. Вот. Вторая причина – это не совсем хорошая оснащенность клиники. То есть отсутствие рентген, оборудование 3D, КТ и всего остального. Отсутствие микроскопа в плане лечения, бинокуляров – это увеличение, и сканера, чтобы работать в полости рта, ну и сканировать зубы и все такое. Каждый случай необходимо разбирать отдельно. При этом, по словам президента Единой казахстанской ассоциации стоматологов, есть и необоснованные жалобы пациентов. Нельзя однозначно сказать, что во всех случаях виноват врач-стоматолог, предъявляет вот такие жалобы, которые совершенно необоснованные. Прям есть даже пациенты, которые на этом делают некий, условно говоря, бизнес. Стоматолога важно предупредить о наличии хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистых, диабета и аллергии. Рассказать о принимаемых лекарствах и возможной беременности. Анастасия Новикова, Дворан Абдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».